Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале. И сегодня у нас мастер-класс по изготовлению вот такой красивой тарелочки. Расписана она контурами по стеклу. Если вам интересно, оставайтесь до конца видео и посмотрите, как нарисовать такую тарелочку. Итак, для работы нам понадобится тарелка. Предварительно ее нужно помыть с мылом. Так, краски. У меня это будет золото, пурпурный металлик, бронза, медь и светлое золото. Так, ну, естественно, понадобится салфеточка для того, чтобы вытирать кончики наших красок. Сам рисунок, трафарет. Как перевести рисунок на тарелку? Так как тарелка не стеклянная, не прозрачная, что мы делаем? Мы переворачиваем наш рисунок, заштриховываем его простым карандашом, желательно мягким, и таким образом переводим рисунок на нашу тарелочку. Прикрепляем. Можно скотчем, можно вот так, как я делаю. Выбираем центр. И приклеиваем аккуратненько. Все, и начинаем обводить. Обводим весь контур. И таким образом он отпечатывается на тарелку. Так, основные линии я обвела. Все вот эти вот мелкие детальки я обычно не обвожу. То есть я обвожу основные направляющие, то есть чтобы у меня рисунок полностью не съехал. А потом, так как у меня узор лежит перед глазами, я уже просто дорисовываю сама. Мелкие все вот эти вот рисуночки. Так. Сейчас не знаю, вот как будет видно. Постараюсь, чтобы было видно. Вот. Мне отлично видно, конечно, рисунок. Ну, в принципе, вот видно. Все. И теперь начинаем обводить его контуром. У меня это будет... Так. Наверное, это будет у меня светлое золото. Так как фон темный. Рисунок у меня будет светлым. А потом уже буду добавлять отдельно элементы из золота, меди. Рисуночек перед глазами. И начинаем потихонечку обводить. Thank you.
такая тарелочка у нас получилась. Если вам понравилась работа, оценивайте, подписывайтесь на канал. Если вы хотите посмотреть другие мои работы, то можете перейти по ссылке в описании к этому видео на мой канал. Всем пока, до новых встреч!